Здравствуйте, дорогие товарищи. Две минуты будет, да, вот. На судейство, не реагируйте на провокации, помогайте друг другу. Доигрываем каждый эпизод до конца, подсказываем.
Один за всех и все за одного! Спокойно, спокойно. Давайте попробуем угловой сейчас розыгрыши начать. Любой вариант. Либо от линии под подошву пойти, либо на угол штрафной, либо заиграть дальнего игрока. Поиграйте эти вариации. Там хорошая подача. Чуть-чуть она и падала здорово. И все это. Не получилось. Пробуйте. А то, что сыграли, вот мы то, что разбирали на самом деле, вот они опять прозевали этот момент, а вы воспользовались. Молодцы. Дам тебе. Слово пацана даю. Чего у меня? А, да. Так хоть раз бы дали пас. Я бегу как дура. Я вот так специально бегу, чтобы на третьего. А как там за спину? Мне бежать за тебя, за пробку. Если будет поддержка, я дам, естественно. Вот и выясняй. Я только разворачиваюсь. А ты не в игре. Ну ладно, развернусь обратно. Бежишь, я просто встала. Когда ты поймешь. Истеричество. Я не так, не так. Надя! Че, давай, не расслабляйся. С первых минут сразу. Yeah.
хочу. На нее игрок выдвигается, она мне катит, и я хочу. Можно там такие вещи вообще сделать? Молодец. Хорошая.